хто хоче йти на війну і там гинути. Тому що запити росіян в інтернеті, як відкосити від війни, зараз вони взагалі з таким темпом вверх повзуть. Муса Таїпов, член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської Республіки Ічкерія в ефірі. Привітствую, Муса, добрий вечір. Привітствую вас і всіх ваших зрителей. І слава Україні! Героям слава! Про героев мы сегодня, кстати, отдельно поговорим, про Ичкерию тоже. Все бы ничего. Вот мы смотрели, как бы это мобилизация, можем рассуждать, 300 тысяч нагребет Путин, не нагребет, но начал с удвоенной силой грозить ядерным оружием. И это вот как раз-таки уже даже по словам Байдена вышел еще Кирби и сказал, что да, вот волнение вызывает, потому что 7 месяцев до этого грозил как-то по-другому. Вы прочли угрозу в словах Путина? Нет, я не увидел угрозы. Я увидел отчаяние. Это не угроза была, это было отчаяние. Он, знаете, мне, вот если в животном мире найти какое-нибудь существо похожее, но он мне напоминает скунса. Понимаете? Что делает скунс, вы сами знаете, да? Вот он до того загнан в угол. Во-первых, его рейтинг стремительно падает. Во-вторых, недовольство. Мы его еще не видим до сих пор, поскольку население в России, что называется, находится в загнанном состоянии, да? Но он уже, его политтехнологи, его советники ему объясняют, наверное, скорее всего. Возможно, даже не говорят. Потому что, наверное, боятся. Но ситуация там... Это он скунс. Понимаете, скунс чем отгоняет врагов? Такой же вонючий? Вы намекаете, что Путин такой же вонючий? Да, он вонючий. Он не рукопожатный. С ним уже мало кто желает иметь дело. Вы представляете... Человек, который все время там трубил о своих победах, заслугах там и так далее, как он на митинге кричал, я говорю, что мы победим. Мы победили там на митинге, где-то там на стадион там орал. И что он победил? Вторая армия мира. Украинцы встретят его российскую армию цветами, там ждут. И что получилось? Такой жесткий облом, такой позор, это буквально в смысле слова позор. И, наверное, какой-нибудь мальчик появится и скажет, что а король-то голый, мы ждем просто этого мальчика. Слушайте, но население это 140 миллионов в России. Знаете, что меня удивило? Вот я начала смотреть, вот вышел утром Путин, сказал, все, я вам предлагаю новый договор, сдохнуть за меня. Ни за что, ни за кого, ни за какие-то великие даже фантомные цели, пафосные. Нет, просто. И вроде бы как бы митинги, протесты, я ожидала митингов, протестов, потому что, ну, это вопрос самовыживания. Спаси себя. Нет, 3,5 калеки в каком-то мелком одном городе, в Екатеринбурге. Их быстренько ОМОН спаковал, или полиция, или кто у них там с дубинками. И все. В Москве и в Санкт-Петербурге сейчас говорят, я не могу отследить и правду сказать, сколько там сейчас собираются. Но где... И выходят молодые люди, которые понимают, что им завтра отправляться и умирать. Где родители детей, которых завтра загребут? Я просто помню рассказы про Первую Чеченскую, когда там матеря ездили в Грозный, пытались... с плена достать, а здесь, ну, лада так лада, заплатит там отступный ок. Почему так? Ну, потому что я говорил в ваших эфирах, что Россия эти 30 лет не спала. Они всех, кто мог что-то сказать, реально имеющих, как это называется, лидеры общественного мнения, да, они их подменили. Вместо них они подсунули тех, кто говорит, что называется, из чайника на свист, да, уходит этот пар. Вот эти все квази-оппозиционеры, да, Собчаки там, Яшины там, Навальный, Подвальный, их много там, понимаете? Угу. Дай бог Навальному
здоровья, чтобы он вышел и так далее. Я никому не желаю ни за стенком, ничего, но тем не менее я реально оцениваю события. И вот за эти годы что произошло? Все лидеры, да, которые реально могли что-то сделать, они были унижены, уничтожены, дискредитированы, физически ликвидированы. Угу. Понимаете? Теперь, значит, что мы видим, что вот, что называется, в сухом остатке? Что мы видим? Мы видим задавленное общество, абсолютно инфантильное, запуганное. А даже те, которые имеют здравый рассудок, они не смеют слова сказать, потому что даже за лайк, за перепост и так далее сажают. Вы видели, какие строка дают, да? За тех, кто просто с пустым листком бумаги вышел, там штрафы, там сроки, кто просто войну назвал войной. Это общество, это абсолютно ГУЛАГ. Понимаете, это ГУЛАГ. И мы вот, и вы, и я, и другие, мы смотрим на эту территорию и думаем, что там есть гражданское общество, там есть люди, которые могут выразить свое мнение. Но мы должны понимать, что это огромная зона. Да, конечно, она вертухай имеет. Вы имеете в виду тюремная, вот прям аналогию такую проводите? Тюремная зона, да. Я вам напомню одну вещь. Дело в том, что вот этот эксперимент, да, такой глобальный, начинался из Чечении. После второй российско-чеченской войны, когда нас полностью оккупировали, вот этот эксперимент проводился у нас, и это сейчас уже трансляция разошлась по всей России. Я вам напомню еще одну вещь. Вот недавно Кадыров заявил, что подал пример всем губернаторам и так далее, что, мол, нужно создавать региональные подразделения. А это первый путь к развалу России. Потому что если у региональных лидеров появится своя армия, у них появится еще что? Амбиции. Понимаете? Когда у тебя нет армии, когда они все федерального подчинения, у тебя нет амбиций, потому что зависишь от центра. А тут появляется своя армия, пусть небольшая, 1000 человек. Но это, как это сказать, уже предпосылки. Я думаю, что там идут какие-то процессы, которые мы с вами не видим, но которые будут иметь последствия. Муса, в контексте потери монополии на насилие Российской Федерации, с каких регионов начнется распад России? Распад России начнется с центра. Только с центра. Когда центр, вот представьте себе, конструкция стоит вот как цирковой купол, да? И этот цирковой купол, инженер неправильно, я инженер-строитель, поэтому я вам говорю вот примерно. И вот они неправильно там рассчитали, этот купол рушится, а потом все здание рушится. Эта конструкция может разрушиться только с центра, не с окраин. Вот как Советский Союз рухнул, да, с центра, вот примерно так. Но с центра это как может выглядеть? Потому что когда регионы уходят, мы это понимаем. Значит, там вооруженные восстания, они захотят просто отделиться и объявят независимость. Ну а Кавказ горячая пороховая бочка, давайте будем откровенны. И там скорее, не скорее всего, а точно там что-то будет. Мы можем прогнозировать дальше, ближе это такое. А с центра это как? Уберут Путина? По Кавказу я вам скажу, у вас немножко неправильное представление о Кавказе. Во-первых, самая активная часть, это на Кавказе чеченцы. Чеченцев перессорили намеренно с ингушами, с дагестанцами, со всеми окружающими народами. И теперь северокавказские народы, в частности, будь то Дагестан там и так далее, да, они боятся распала России. А вот те народы, я думаю, что вы меня спросили вот такой вопрос, знаете, вообще Россия непредсказуемая страна. В России перевороты всегда были только с центра. Понимаете? Только с центра. Вот. А как произойдет, что произойдет, ей-богу,
никто не может предсказать это. Ну, у Пьянковского спросите, он вам расскажет, как Путин умрет, как его повесят, как он уже умирает. Я не специалист в этой области, это Пьянковский там, и остальные могут вам, Фейгин там, могут вам рассказать, какой стадии рак у него там, кто на него готовит заговор там. Я не имею инсайды, откуда, вот они знают. Но я Но про Кадырова вы знаете все-таки больше. Я думаю, что эту информацию, ну, как бы анализировать. Вот вы сказали, что он за неделю до этого вышел с предложением региональной армии. И потом Путин говорит, вот вышел сегодня с, там, плюс неделя, плюс-минус день, по поводу мобилизации. Это такой, слили раньше информацию, поддержал инициативу Кадырова. Что это происходит? Просто Кадыров самый несчастный чеченец на свете. Потому что на нем слишком много крови. И потому что он, будучи чеченцем, пусть даже, не, я не знаю, этнически или нет, но он знает, что чеченцы не прощают свою кровь, даже через поколение мстят. Поэтому он самый несчастный человек, на самом деле. И он, и его окружение. И вот когда вот эта система рухнет, она рухнет, потому что она не может, тогда они не найдут на этом земном шаре место, где можно будет спрятаться. Я не кровожадный, я не оцену, но тем не менее у него перспектива очень нехорошая, скажем так. Вы сказали, что Путин боится. Можно сказать, что Кадыров тоже боится. Ну, вы знаете, вот есть сиамские близнецы, да? Такие были, вернее, да? Они до того срослись, да, там непонятно, кто больше друг от друга зависит. Они попали во взаимную зависимость. Этот Кадыров, Путин создал эту систему у нас, в Чечении. И вам, наверное, вы, наверное, слышали, что в Москве находится постоянный отряд. Большой отряд, довольно-таки, как новые казаки, в кавычках, да, которые... Я еще в 2007 или 2008 году говорил в интервью, это русское издание было «Русских националистов», я сказал, что готовят новых казаков, что это будет вот такая опричнина, которая будет потом наводить квазипорядок в Российской Федерации. И туда будут отбирать только по принципу отмороженности. Ну, они сейчас, эти отряды, присутствуют в Москве. И? И они тихо сидят по гостиницам, по этим. И в нужный момент, если что-то там, они выйдут и начнут работать. А работать в каком направлении? Ну, уничтожать тех, кто... Это не только чеченцы будут, это вообще... Там из всех национальных республик, да, самых отмороженных собрали, я имею в виду тех, кому не жалко будет этнических русских, те, которые имеют обиды на русских. Понимаете, вот в Владивостоке, когда было, вы помните или нет, это несколько лет назад был там какой-то там бунт, там восстание или что-то еще, местный ОМОН отказался разгонять протестующих. А откуда туда привели? С Москвы, московский ОМОН. Это на Дальнем Востоке было, сейчас точно не помню. То есть московский, потому что они не местные, местные же друг друга не будут, все равно какое-то родство, знакомство там и так далее, жили вместе в каком-то социуме. И тут вдруг приходится, даже если он в маске, он узнает какое-то лицо, да, он же не будет его избивать там, может ударить дубинкой, но убивать-то не будет. А вот с другого региона перекинуть карательный отряд, да, вертухаев там этих, вот, они будут работать. Вот примерно по такому принципу создана зондеркоманда Кремлем, и я абсолютно уверен, что она действует, что она есть. И вот когда разгоняют митинги в каких-то регионах, они не привлекают местных. Они привлекают из других регионов. Как вы оцениваете кадыровских людей на войне в Украине? Все эти тикток? Очень хорошо. Очень хорошо. Они хорошие артисты. Слава Богу, что они не воюют. Слава Богу, что они там позируют. Я вообще должен отдать должное этому человеку. Он умеет себя преподнести, он умеет троллить. И он
очень аккуратно относится к тем, от кого он сам зависим. Но он опять-таки умеет троллить украинские СМИ, журналистику. И помните, он как сказал: «Вы меня любите, вы на мне деньги зарабатываете». Он говорил это абсолютно откровенно, и он был абсолютно прав, потому что как это украинские СМИ тогда передавали, что, мол, якобы кадыровские отряды стоят как загранотряды и русских солдат убивают. Слава богу, слушайте, с двух сторон бейте их, елки-палки. Поблагодарите их открыто, поблагодарите, скажите: «Кадыров, спасибо тебе, ты нам помогаешь». И в Кремле задумаются. Ну, профит с любой стороны, да. Тут еще была проходила информация, неоднократная и подтвержденная, что они что-то там не поделили, не делили с бурятами. Прям были перестрелки, что-то не могли там они разобраться. Насчет чего там у них неразбериха? Я не в курсе. Вы понимаете, дело в том, что журналисты иногда сами придумывают какие-то новости, да? Угу. Вы же журналист, вы профессионал, наверное. Вы считаете, иногда... что это придумали, что таких случаев не было? Нет, ну, между, допустим, в советской армии были этнические конфликты, в советской армии. Так. Допустим, там чеченцы дрались там с кем-то, там узбеки дрались с русскими, русские с украинцами, украинцы дрались там, я не знаю, с кем-то еще, с молдаванами. Это абсолютно, но это немножко так, как сказать, это информационный повод, через который украинская сторона пробует как-то там посеять раздор. А я бы наоборот бы сказал бы, слушайте, вот представьте себе, против вас вышли, вот вы мужчина, против вас вышли там 5 человек, да, а вы один, одна. Ну, вы мужчина, да? И что вы сделаете? 5 у вас однозначно, ну, большой вариант, что вас там, если не, вы не брусли, да, получить, да, что называется. А что вы сделаете? Вы скажете: слушай, ты там среди них стоишь, а он тогда там твоего брата оскорблял. Ты там стоишь, а мы с твоим братом служили. Ты там стоишь среди них, а он тогда говорил о тебе то-то там. И ты их сталкиваешь лбами, да? И потом против тебя остаются одиночки. А с одиночками справиться легче. Так что я... Предлагайте новую информационную кампанию, я поняла. Внести коррективы. Да. Еще одно. Я разговаривал с представителями ваших властей, в том числе и с работниками СБУ. Я говорил, чтобы люди, которые попали на вашу территорию, в частности, сейчас насильственным образом собирают чеченцев, да? В буквальном смысле слова, там матери Чечни выходили, там сегодня 10 женщин забрали на автозаке, площадь окружили, только 10, которые были зачинателями этой акции, да? Остальных не пустили на площадь, центральную площадь. Этих 10 женщин забрали. А я предлагал тогда еще одну вещь. Сегодня украинские телефонные компании обслуживают в том числе и территории, да, оккупированные. Так? Можно было бы рассылать массу смс-ки, да, вот я перепосты делаю, вот где ваши СБУ, там, Министерство обороны, там, контактные телефоны, да, чтобы они переходили. Но это нужно делать так, чтобы это не было добровольной сдачей их в плен, якобы там легенду сочинять, что они попали в плен в результате боя там и так далее. Я уверен, что очень многие бы перешли бы на сторону Украины. Ну, потому что хочется жить. Вопрос просто выживания, инстинкт самосохранения. Нет, там еще другое. Там дело в том, что несправедливую, неправедную войну вести очень трудно, понимаете? Украинцы нам же ничего не сделали, понимаете? А когда тебя гонят насильственно, да, у нас же дома все, буквально в смысле слова, в заложниках находятся. И когда человек отказывает, третируют их семьи. Понимаете? Несправедливую, неправедную войну вести очень, крайне трудно. Это нужно учитывать тоже, психологию и многое другое, понимаете? По поводу психологии. После февраля кусочек интервью вашего дяди Джохара Дудаева разлетелся просто миллионными просмотрами. Интервью 95-го года. Там он предсказал, ну, во-первых, он говорил, что Россия имперские амбиции, они были всегда, они будут всегда. Вот она получила по зубам в Афганистане, чуть-чуть притормозила, Ичкерия чуть-чуть притормозила, но на Крым будет нападение. С Россией
Украина еще схлестнется, и мне хочется продолжить аналогии, там было просто все очень пророчески точно. А что будет дальше? Дальше Украина обязана победить. Просто обязана. Знаете почему? Вот я сегодня, я внимательно наблюдаю, мониторю европейские СМИ, да? Вы заметите, как Шольц абсолютно неожиданно, как Макрон сейчас говорит. Это для меня, честное слово, мне это было приятно. Как они себя вели в начале, да, и как они себя сейчас. Понимаете? Это первое. Второе, ваш президент Зеленский сказал, что обязательно нужно, самые трудные будут это 3 месяца этой зимы, да? Они на самом деле трудные, они трудные не для Украины. Украина и так сражается. Они трудные будут для Европы. Потому что расчет Путина не в военной победе, я это говорил не раз, а расчет Путина в коллаборации, в том, что Запад, благодаря пятой колонне, которая здесь присутствует в европейских странах, да, в том числе и русскоязычных, агентуры, коррумпированных чиновников там и так далее, которые могут поднять волну недовольства ухудшением экономической ситуации. И вследствие этого заставят руководство стран отказаться от военной помощи Украине, которая крайне необходима Украине. Вот поэтому я говорил об этом и сейчас говорю, Украине нужно все-таки иметь свой резерв. Все-таки. Единственное, кто не откажется от помощи, я назову эти страны, это Польша, я уверен, Турция, Великобритания на втором месте, потом Турция, и я думаю, Соединенные Штаты Америки, поскольку если проиграет сегодня Украина, это будет позор Соединенным Штатам Америки. Это будет позор. Возвращаясь... Байден или другой президент. Другой. Да. Возвращаясь все-таки к этому предсказанию Дудаева, да, это исторически было предрешено, я так понимаю. Ну вот, это историческая война, как бы ментальная, цивилизационная. Джахар служил в стратегической авиации, заканчивал академию тоже в том числе. Да. Стратег – это человек, который способен заглядывать чуть-чуть вперед, да, просчитывать ситуацию. Поэтому, и плюс ко всему, он служил в том числе и на территории Украины, понимаете? Вот он там зам командира дивизии 2 года, по-моему, прослужил, и потом его перекинули уже... В Полтаве он служил, потом уже в страны Балтии, в Эстонию отправили. Поэтому он со знанием менталитета украинцев. И еще одно. Дело в том, что когда говорили, что Россия вторая армия мира, это была неправда, потому что без украинцев, на самом деле украинцы же лучшие воины были в советской армии. Вы помните, во времена Второй мировой войны 4 по-моему, украинских фронта было. А русский фронт был, белорусский был фронт и 4 украинских фронта. А русский фронт был центральный фронт, безымянный. Безымянный центральный фронт, да? А 4 украинских фронта, по сути дела, эту войну, Вторую мировую войну, выиграли за счет ресурсов всех республик, но основную тяжесть несли на своих плечах украинцы и белорусы. Ну вот я думаю, что на этой оптимистической ноте, что Россия без Украины не может, а мы бы с удовольствием без них жили ближайшие несколько сот и тысяч лет, я и буду вас благодарить за эфир. Спасибо, Муса, большое вам. Вам удачи. Слава Украине. Героям слава.